Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре ручка для подсачника штекерного соединения от компании Feeder Concept. Landing Net Handle 4 метра. Как я сказал, ручка штекерная, то есть вы можете разобрать ее в нужной длине до 4 метров и получаете несколько длины в одной. Не забывайте, это вот большой плюс штекерной рукояти. Значит, первое колено снабжено втулкой с еврорезьбой, втулочка усилена специально здесь такой примоткой дополнительной, чтобы она не раскручивалась, когда вы голову затягиваете в очередной раз. Значит, она универсальна, вы можете и на карпа ее использовать, и на любую белую рыбу. Значит, вес общий на 4 метрах 390, транспортная 116. И вот в этом месте я измерял диаметр рукояти, кому нужно, самый толстый, 28 мм. Обязательно просьба моя к вам, под видео найдите вот такой пальчик, нажмите на него палец вверх, поставьте лайк, так называемый, и нажмите кнопочку подписаться, кто еще не подписан. Прошу вас не смотреть видео без подписки. Для вас это не сложно, а для меня это огромный плюс. Большое спасибо вам и до новых встреч.